Сегодня для нескольких тысяч учащихся 9 и 11 классов школ Карачаева-Черкесии прозвенел последний торжественный звонок. Торжественные мероприятия прошли во всех образовательных учреждениях республики. Артур МПЦ продолжит тему. Кажется, совсем недавно эти юноши и девушки переступили порог школы. И вот теперь им осталось сделать последний шаг, чтобы окончательно попрощаться с образовательным учреждением, в котором провели 11 лет. Впереди волнения и хлопоты, связанные с государственной итоговой аттестацией. Но сейчас, когда вот-вот должен был прозвучать последний звонок, ребята думали о другом. О том, сколько всего интересного случилось за прошедшие годы. Самое главное, хочу отметить нашего учителя ОБЖ Ахмеда Умарыча. Это отличный человек. Я ему желаю бесконечного счастья и здоровья. За 11 лет в школе хочется сказать, что школа стала нам как вторым домом. И очень грустно прощаться, потому что я помню, когда я был в первом классе, как радостно я воспринимал это время. Не думал, что все так быстро кончится. Отдельное спасибо я хотел бы сказать нашему учителю по физкультуре Сергею Викторовичу. Хороший человек. Казалось, что только недавно мы пришли в первый класс, а уже 11, как-то не верится. За эти 11 лет эта школа стала нам домом. Мы привыкли к учителям. Большое спасибо многим учителям, которые нас, можно сказать, воспитали. И осталось только сдать экзамены и уже войти в взрослую жизнь. Буквально месяц назад мы еще в этой школе бегали и смеялись, а сегодня мы уже стоим, выпускники. На самом деле грустно. И я хочу пожелать всем выпускникам успешного сдачи экзаменов, поступления в престижные вузы. В этот день торжественные линейки прошли во всех общеобразовательных учреждениях республики. Последний звонок прозвенел для почти 6 тысяч учащихся 9 классов и более 1500 11-классников. Из стен 13-й гимназии Черкесска в ближайшее время будут выпущены еще и воспитанники 6-й школы, где сейчас проводятся ремонтные работы. Руководитель городского управления образования Сусана Калмыкова поздравила ребят с достижением ими важной в жизни планки. От всей души поздравляю вас с праздником последнего звонка. Для всех выпускников этот день один из самых волнительных и радостных. Он знаменует окончание школьной жизни и начало нового этапа. Перед вами открывается дорога во взрослую самостоятельную жизнь, полную возможностей, смелых решений и перспектив. Все, что было дальше, молодые люди без сомнения запомнят надолго. Свой вальс на площадке перед любимой школой, песни о значимости учебной поры, стихи от ребят из начальных классов и напутственные слова от родной учительницы. Мы пришли очень маленькими в 5 класс, думали, время никогда не закончится. Но уже настало время вам уходить. Желаю вам самого лучшего, успешной сдачи экзаменов, чтобы у вас все было хорошо по жизни. Слезы, объятия, подбадривания – все эти ребята могут быть уверены, что в стенах родной школы им всегда рады. Далее прозвенел последний звонок, как напоминание от будущего, что пора прощаться с беззаботным периодом и ступать на новую дорогу, полную трудностей, преодолений, но от этого еще более интересную. Артур МХЦ, Вести, Карачаево-Черкесия.